Поклонники Ритика Рошана долгое время держали за актера кулачки и не теряли надежды на то, что он снова воссоединится со своей женой Сюзанной. После их официального развода в 2014 году они остались в хороших отношениях, но сейчас у каждого новая любовь. Сюзанна встречается с актером Арсланом Гони, а Ритик влюбился в молодую актрису и певицу Сабу Сингх Гривал, которую больше знают под псевдонимом Саба Азад. Девушка почти на 17 лет младше Ритика и еще несколько лет назад должна была стать невесткой актера Насируддина Шаха, но по всей видимости станет невесткой Ракеша Рошана. Кто она, новая возлюбленная Ритика, и чем смогла покорить знаменитого актера? Смотрите в нашем видео. Саба Сингх Гривал родилась 1 ноября 1990 года в семье отца пенджабца и матери кашмирки. Брат ее матери Сафдар Хашми был известным драматургом и театральным режиссером, выступал за коммунистическую партию Индии и был ярым активистом, за что поплатился жизнью. В 1989 году во время исполнения уличной пьесы его зверски убили сторонники Индийского национального конгресса. Саба выросла буквально на сцене, поскольку ее семья была и продолжает активно ассоциироваться с театром, а также другими видами исполнительского искусства. Ее детство и юность прошли в Дели. Она пела, играла в театре, изучала индийские классические танцы и балет. Еще в детстве она предстала перед камерой и снялась в паре детских фильмов. В школе она всегда была частью школьного театра, а также танцевальных постановок. А после школы получила главную роль в короткометражном фильме режиссера Ишана Наира, который попутно побывал на фестивалях в Нью-Йорке, Флоренции и Израиле. В 17 лет Саба переехала из Дели в Мумбай и начала сниматься в рекламе. Она также сыграла в нескольких спектаклях в театре Притхви. В 2008 году она дебютировала в Болливуде с фильмом «Сердечные игры», главные роли в котором сыграли Ирфан Кхан и Конкона Сен Шарма. Широкую известность Азад получила после появления в романтической комедии «Подружись со мной». Она часто снималась в короткометражках и веб-сериалах, но актерской карьере предпочитала певческую. В 2012 году вместе с Имадом Шахом, сыном известного в прошлом актера Насируддина Шаха, Саба сформировала собственную электро-фанк-группу Mad Boy Mink и начала давать концерты по всей стране. Они играли энергичную танцевальную музыку с нотками диско, кабаре и панка и были весьма популярны среди меломанов. Имад и Саба были вместе почти 8 лет, пока на горизонте не появился Ритик Рошан. Все началось с пресловутого лайка в социальных сетях. Как сообщается, Ритик лайкнул и поделился одним из видео, где пела Саба. Ему очень понравился ее голос, и он похвалил ее за музыку. Саба поблагодарила Рошана в личном сообщении, и так завязалась их переписка, переросшая в любовь. Говорят, что Ритик восхищен ее талантом и обаянием. Хотя не все поклонники актера принимают его новую любовь, и это не из-за большой разницы в возрасте, а из-за ее имени. Девушка подверглась религиозной ненависти из-за своей фамилии Азад. Ей даже пришлось оправдываться и писать пост в Инстаграм. Саба написала: «Здравствуйте. Меня зовут Саба Сингх Гривал, и я гордая дочь Сардара и Кашмирки. Большую часть своей жизни мой папа носил тюрбан. Мама родом из Дели, и да, она мусульманка, но ни она, ни ее родители не следовали какой-либо религии, как и я. Поэтому я взяла себе псевдоним Азад, свободная. Свободная от религиозных ярлыков, страха и ненависти. Когда я умру, то ни мой пол, ни моя религия, ни мое имя, ни моя работа, ни моя раса не будут иметь значения. Единственное, что будет важно, это любовь, которую я оставлю после себя». В прошлом месяце индийские СМИ облетела новость, что Ритик Рошан настолько влюблен в юную Сабу, что готов жениться. Молодые никак не подтверждают эти слухи, но близкие друзья пары уверяют, что у них все серьезно. Сабу одобрила не только семья Ритика, но и его бывшая жена Сюзанна, которая, по слухам, тоже готова выйти замуж за своего нового мужчину. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Нравится ли вам пара Ритик и Саба? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. С вами была Мила. До новых встреч!